Митинг УНИРИ в честь юбилея присоединения Бессарабии к Румынии состоялся в минувшее воскресенье. Правда, и это признали даже сами унионисты, людей пришло гораздо меньше заявленного. Поклонники объединения говорят, что они все равно довольны. Противники утверждают о полном провале акции. Так что же это было на самом деле? Получили ли политические очки те, кто сделал ставку на унионизм? Как повела себя власть и конкретно правящая партия? Ответы на эти и другие вопросы в ближайший час. Вы смотрите «Полюс». Часть первая. Политика. И я представляю моих гостей, которые добрались сегодня до «Полюса» и будут активно участвовать в нашей программе. Виктор Степанюк, политик, политолог. Добрый вечер. Борис Шиповалов, политолог. Корнелий Чуря, политолог. Юрий Цап, представляющий депутат парламента, представляющий либерал-демократическую партию. И вам здравствуйте. И давайте вот начнем с самого главного, с ваших впечатлений. Вот смотрите, было очень много сказано и написано до этой, этого марша, этого собрания, да, вот этой акции. Некоторые предупреждали, что это может закончиться потасовками, да, вот некоторые говорили, что нет, вот все будет хорошо, кто-то собирался еще контракцию какую-то. Вот теперь все это произошло. Ваши впечатления, господин Шиповалов? Ну, у меня впечатление следующее, точно как и у всех граждан нашей страны, ну, не у всех скажу, а у большинства, я рассматриваю то, что было 25-го на площади, это все-таки антигосударственная манифестация, действие, которое было направлено на пропаганду идеи уничтожения молдавского государства. Потому что, вы знаете, есть два понятия. Сепаратизм, да, это когда часть государства вот хочет куда-то отделиться, то есть это покушение на территориальную целостность страны. Есть вторая часть, это унионизм. Это то же самое, это полное уничтожение этой страны. Поэтому без разницы, как мы будем об этом говорить, но в целом направленность вот именно вот такая. Мне сложно сказать, кто каких целей добился. Одни отмыли деньги своих спонсоров, кричали об УНИРИ, говорили о своем каком-то вот желании. Вот. Вторые, я имею в виду, вторые, та масса населения, которая осталась дома и спокойно смотрела по телевизорам то, что происходит на площади, они тоже своим отношением к этому мероприятию высказали свою позицию. Я не разделяю точку зрения тех, вот я читал вчера очень много комментариев, и сегодня основная масса говорит, вот смотрите, у унионистов там не получилось, они обещали вывести 100 тысяч, полиция говорит где-то о 7 тысячах, ну не будем за эти цифры сейчас спорить и говорить, больше или меньше. Сам факт, даже если выходит 100 человек с этой идеей, я считаю, он неправомерен, да, с точки зрения наших государственных интересов, с точки зрения того, что мы состоявшееся государство, Республика Молдова, признанная Организацией Объединенных Наций, вот я и скажу вот из этого, о том, что у нас есть своя современная история, и хотелось бы, чтобы молдавский проект, он развивался дальше на века, чтобы мы действительно стали единственными молдавской гражданской нации, независимо от национальности, независимо от каких-то других вопросов, и именно этим гордились. Вот если с этой точки зрения исходить, вот моя оценка вот того, что то, что было. Поняла. Господин Чуря, количество имеет значение? Потому что господин Шиповалов говорит, что вот неважно. Мне интересно ваше мнение, ну и, конечно, в целом впечатление. Количество, конечно же, имеет значение. Оно было, скажем так, не чрезмерным, но, скажем так, достаточным для проведения политического митинга. Насколько он был политический, это тоже вопрос. Но количество людей, мне кажется, было достаточным для того, чтобы организаторы сказали, что митинг, в конце концов, состоялся. Я все-таки хотел бы немножко поспорить. Мне кажется, конечно же, унионизм – это, можно так сказать, антигосударственная идея. Но сама идея унионизма, она вкраплена в идею государственности Республики Молдова. Без унионизма Молдова бы не состоялась как независимое государство. Многие из тех, которые создавали независимое государство Республики Молдова, они создавали государство Молдова, но имели в виду, хотя этого не говорили, унире, потому что многие... Как, господин Чуры, нам врали? Но... Вы хотите сказать, не то, что врали. Вот все эти годы политики, я которые... Я думаю, если Степанюк дополнит, он прекрасно знает этот момент.
момент. То есть становление государственности для многих депутатов, которые создавали Республику Молдова, было шагом, транзиторным шагом к тому, чтобы создать унию. Кстати, именно на это отреагировали в Приднестровье, когда создали сепаратизм. Поэтому нельзя сказать, что эта идея совершенно чужда нашей истории, нашему государству. Конечно же, большинство населения Республики Молдова против унионизма, но с другой стороны, с этим политическим феноменом, который не маргинален, он не феномен большинства, он за него ратует определенное меньшинство, с этим феноменом нужно как-то сожительствовать и его воспринимать. Ну, если можно положительно, по крайней мере, не действовать жестко по отношению к нему. Виктор Федорович, вы готовы сожительствовать с таким термином, как говорит Корнел? Да. Значит, я смею повторить, что господин Чуря, значит, по-своему прав. Я даже, значит, согласен с ним в смысле, что, значит, унионизм действительно существует. Он существует не только на уровне 88-го, 89-го, 91-го годов. Он существует еще с 19 века. Вот так или иначе. И я согласен, что часть из тех, которые голосовали за, значит, независимость тогда, были явными унионистами. Значит, основная идея Народного фронта, вспомним, 89-й год, 90-й, это не просто, значит, развал Советского Союза, хотя часть этого фронта вроде выступала за суверенитет на начальном этапе, но уже начиная с 90-го года, после второго съезда Народного фронта, да, когда они выдвинули идею Румынской республики, они очень ясно высказались там за транзицию к объединению с Румынией. Поэтому вот эта часть нашего общества, да, сколько она составляет, по-моему, она на уровне 94 года составляла, наверное, около 9-10%. Почему я так говорю? Вспомните, что у нас был сондаж Ушалала «Сфатку Попору» в 94-м. Опрос, да. И в этом опросе участвовало, как я помню, около 86% населения, но только правого берега. Давайте вспомним, что левый берег не участвовал в этом. И если приблизительно, как я помню, 93% высказались за суверенитет и независимость, безусловно, что мы имеем около 80% населения, которые были убеждены, что они выступают за государственность. Да. И другая часть, которая сомневалась. Сейчас последние годы, вы видите, даже последние сондажи показали, что есть часть населения, которая ратует за объединение с Румынией, и есть часть населения, которая ратует за объединение с Россией. То есть они видят нас и в этом смысле. И поэтому я согласен, что за объединение с Россией, прямо, Виктор Федорович, ну, такого нет. Нет, ну, они за вступление в Евразию сразу. Да, да. То есть это важно. Давайте так вот. Есть граждане, Людмила, значит, я не буду с вами спорить сильно, но я говорю, что по опыту. Есть граждане, которые очень ясно выступают сегодня за восстановление Советского Союза. Да, вот это, они это, говорят, это никакой здесь Молдовы, значит, мы должны вернуться к прошлому, ваша государственность потерпела крах, они сегодня говорят это. Ну, это единицы. И так далее. Единицы, я согласен. Да, единицы. Их не так очень много, но да, такие есть. И в Приднестровье тоже самое, они существуют, и в других регионах. Поэтому, возвращаясь к идее, значит, унионизма, безусловно, что есть унионизм, с которым можно согласиться, согласиться в смысле идеала, романтизма и так далее. Есть унионизм действий. То есть, да, когда как антигосударственная политика, и его нужно наказать, его нужно остановить. И вообще, когда мы говорим о политической акции, вот вчерашней, да, вот конкретно надо был сказать ясно, этом, что кроме политической такой символистики, есть грубое нарушение законодательства и вообще конституционных устоев. Приезжают какие-то депутаты соседнего государства, угу, на площади призывают к разрушению государственности Молдовы, вообще говорят, молдавской нации нет, и вообще Молдова и так далее. На площади, основной площади нашей страны, это грубо. И тогда спрашивается, а где органы власти? Где мы наш... поговорим, если позволить, Виктор Ильич, да, чуть позже. Это детальный вопрос был в плане впечатления. Да? Я хотела бы, чтобы вот вы поделились, потому что я, так же, как и вы, я уверенно наблюдали, да, да, над тем, что происходит. Господин Цап, ваша партия, Либерал-демократическая партия, присоединилась к этой акции. Видели вчера депутатов на этой акции протеста. Вот с вашей точки зрения,
Удалась эта акция? Все-таки это было заявлено как Великое национальное собрание. Мы помним, что Великое национальное собрание в 89 году, это сколько человек на площади, господин Чуря? Ну, там сказали 100 тысяч. 100, да, я же говорили так, но пришло, полиция сказала 7, наверное, чуть больше. Ну, вот есть что есть. Ваше впечатление? Хорошо. Давайте, во-первых, уточним. Любая идеология, в том числе и унионизм, до тех пор, пока они действуют в рамках конституционного строя, конституции, то есть, если нет призыва к насильственным действиям, если нет пропаганды враждебных действий и так далее, оно вполне конституционно. Это мы должны отметить. Любая идеология, если она не направлена на проведение насильственных мероприятий. Второе, удалась или не удалась? То есть сепаратизм мы можем пропагандировать? Господин Шаповалов, я высказал точку зрения, аргументировал ее. Я просто хотел уточнить, сепаратизм относится к идеологии? Я вас прошу. Да, я сказал довольно ясно. Любая идеология, она возможна, если она не прибегает к запрещенным средствам. И с другой точки зрения, если мы говорим, что ее надо наказать и так далее, то мы должны указать, что конкретно нарушено. Алфилсусен кадраря журидика, аша дебичей сефачи. Удалось, не удалось. Смотря какая исходная точка. Как вы планировали, получилось? Нет, я не могу это сказать, потому что мы не являемся организаторами. Мы не являемся организаторами. Вы участники? Участники. Ну, можно сказать, что другое дело, многие наши местные избранники, примары, советники были среди тех, кто начинали эти акции. Если сказать о коммуне Паркова, о господине примаре Марчели Снегуре, который практически первым подписал или вышли с такой инициативы. То есть представители нашей партии, конечно, были активными участниками этого мероприятия. Но в данном случае идет речь о... Если взять, конечно, я еще вернусь к вопросу. Да, я недоволен, или, вернее говоря, у меня не самые лучшие впечатления, а некоторые ораторы не должны были быть там. Я не согласен с их позицией, но их нет здесь. Я не назову, не скажу, потому что у них нет возможности среагировать. То есть то, что есть определенные проблемы, да, но в принципе то, что проведена акция законная, санкционированная, и которая прошла в рамках довольно... был обеспечен порядок. Поняла. Это нормально, и любая идеология должна иметь возможность. Нельзя запрещать думать. Мы имели уже. Мы имели коммунистическое общество. Не одумание. Господин Степанюк, здесь не одумание, здесь как раз действие. И давайте не будем путать. Унионизм, я вас прошу, не будем путать унионизм как идеология, как идея. Мы не путаем. Минутку. С действиями определенных партий. Я говорю об этом. Что некоторые партии хотят оседлать то, что было в 90-х годах, некоторые оседлали эту идею и, кстати, провалили ее или дискредитировали, это другое дело. Потому что мы говорим, много или мало унионистов. 1 января 2015 года 450 тысяч граждан Молдовы имели румынское гражданство. Наверное, сегодня, учитывая вот эти три года и так далее, это должно быть где-то более 600 тысяч и так далее. Если взять, это тот потенциал, который является унионистом. Поэтому есть право граждан на высказывание. Это да, с этим никто не спорит. Вопрос вы задали очень хороший. Вернее, у вас это был не вопрос, а утверждение. Но мне нравится, что вы заходите с этого угла, потому что вы стали говорить по поводу юридических рамок, юридического поля. Вот давайте посмотрим на эту ситуацию. Вот смотрите, граждане Румынии приезжают и участвуют в некой акции на территории Республики Молдова. И вот они говорят, что давайте ликвидируем ваше государство, уважаемые граждане. Давайте вот мы забудем про то, что вы независимые. Давайте мы забудем про то, что вы суверенные. А еще, как вот в соцсетях многих, знаете, возмутили эти портреты Антонеску. Мне вот интересно, вы же юрист еще, Виктор Федорович. Да. Разве это не нарушение закона? Представьте себе, что приезжает российский депутат
и встает у нас на площади. Господин Чурь, вы можете такое представить? И говорит, а давайте ликвидируем вашу Молдову и присоединим ее. Ну, вот как вы тоже говорите, ну, кому-нибудь присоединим. Вот давайте так, вот скажем, что у нас такой анклав будет, да, знаете? Идеология. Это возможно? Я, в принципе, не исключаю и такого варианта. Я понимаю, но это будет законно. Я думаю, что это будет в первую очередь очень неприятно для тех, кто не согласен с этим. Для тех, кто говорит, что сегодня законно, да? Виктор Шович, это законно? Это незаконно, уважаемые друзья. Значит, есть положение Конституции, да? Несколько, значит, статей Конституции, которые утверждают о суверенитете, значит, о народе как, значит, основной силы суверенитета, о носителе суверенитета. Притом есть статья, которая очень ясно, значит, устанавливает рамки, как должна действовать общественная организация, политическая партия и так далее. Она не может призывать, она даже не может призывать, то есть выступать. Посмотрите, Конституция что говорит. Не может нупать пледа. То есть не может выступать против государственности, суверенитета и независимости. Конституционный суд, к сожалению, наш, он сделал такое очень широкое толкование, как приблизительно, как вы сказали, что если они не выступают с какими-то насильственными и так далее, и так далее. Вот. Я утверждаю, что это очень широкое, это неправильное толкование. Вот. Конечно, это решение Конституционного суда, значит, нужно изменить. На каком этапе это случится? Но именно это толкование дает право таким политическим партиям, которые ясно сегодня выступают против государственности, устраивать уже не просто пропаганду, да, а устраивать действия. Потому что, господин депутат, бывший примар, вы сами понимаете, что человек, который имеет печать, да, является в принципе основным носителями исполнительной власти там в территории и так далее. Когда он подписывает против своего государства какие-то акты, даже символического характера, уже, значит, органы власти должны его спросить, вы, значит, где работаете, в какой стране, значит, в принципе, вы живете. И вообще все эти действия, которые были, вот, были устроены, 140 приблизительно, значит, населенных пунктов, ко всем этим примарям, на всех этих примарей нужно открыть уголовное дело по статье, кажется, 337. Они открывают, Виктор Федорович, потому что до сих пор ждут реакции СИБа. Вот в СИБ, господин Цап, наверное, тоже знает, обратилась администрация президента. Обратились ряд депутатов и попросили вначале как-то, чтобы они высказали свои отношения. Да? И вот до сих пор ждем. Если можно. Да, конечно. Если идет речь о местных властях, если принято решение местного совета, то это, откровенно скажу, превышение полномочий. Конечно. Потому что местные органы власти не имеют таких полномочий. Да, это не входит в компетенцию. Совершенно верно. Совершенно верно. Если подписана декларация, будем говорить, то есть не принято решение, а подписано советник примаром и так далее. Извините, это не является нарушением закона. Нет в стране в мире. Я вас прошу, да. Назовите, такой, пожалуйста, где есть закон, такой, который был нарушен в данном Скажите, случае. Пожалуйста, а декларация о независимости Республики Молдова тоже бумага, подписанная просто определенными лицами? Почему Конституционный суд ее посчитал выше Конституции? Подождите, вы сегодня говорите, одна декларация здесь, это нет. А вот когда говорим о той декларации, которая провозглашает румынский язык, да, как какой-то носитель, это даже Конституционный суд признает. Господин Павлов, и то декларация. Вы, наверное, знаете разницу. Декларация независимости. Я не вижу разницы между документами. Разрешите мне ответить вам на вопрос. Это документ, который был проголосован в парламенте, высшим законодательным органам. Это разные вещи. Понятно. Извините, а это был проголосован местным органом, главным для этой территории. Я вас прошу, я же уточнил. Если принято органом местного самоуправления, это нарушение полномочий. Но если это просто подписана декларация, вот. В этом вся суть. И, насколько я знаю, абсолютное большинство... Да. Господин Цап, вы правы. Если бы вот оно было просто, на мой взгляд, да, я не юрист, но если бы оно было просто подписано, вот получалось бы, что собралась группа и выразила свое намерение. Но ведь там же есть печати примарии.
А примэрия, да, это у нас есть, это уже, понимаете, в чем дело? Это орган власти. И это уже как-то не просто вот мы между сели прочим, некоторые и решили. Некоторые примэрии, которые... Но это не суверенное решение, это орган, местный орган власти. Который... А разве это в компетенции местных органов власти решать проблемы такого уровня, господин Чуря? Ну, мне кажется, они ничего не решили. Хотя, не, конечно... ну то, что не решили, понятно, но имели ли право? Я в меньшей степени, меня интересует юридическая подоплека. И я, честно говоря, считаю, что нельзя применять уголовное дело против 100 с чем-то мэров. Это очень опасная штука. То есть, если мы должны себе задавать вопрос, почему у нас возникла такая ситуация, когда 140 местных советов принимают такого рода решения. И мне было бы интересно не просто прочитать декларацию, а услышать от них. А что, вы на самом деле такие унисы? Вам что, ваша государственность мешает? Вам она не нравится? Или вы просто заявили как-то символически, чтобы, или вам просто дают какие-то проекты из Румынии? Ведь ответы могут... Или просто вам хочется большую пенсию? Господин Чуря, извините меня, пожалуйста. Когда полицейский вас останавливает на улице, нарушили правила дороги, он вас не спрашивает. Это две разные вещи. Знаете, это что значит разные вещи? Он прямой избранный, он избранный и так далее, который обязан знать законы, Конституции и так далее, которые обладают печатью. Это же высшее полномочие. И он знает, что этот вопрос не входит в полномочия совета. И он знает все. И он нарушает первое, второе, третье. Почему он нарушает? По уголовных потому нет, что, нету статьи. Потому что на протяжении 27 лет и не нужно. Значит, такие унионисты есть во власти. И он знает прекрасно, что его защитят. И в конце концов, если его не защитит молдавское государство, он перебежит через пруд, его там защитят. И там сделают сенатором. И так далее, и так далее. У нас такие случаи есть. Поэтому незнание законов или не всякое широкое толкование, значит, это от лукавого. Вы знаете, мне кажется, что беседа пошла в нужное русло в плане, когда мы заговорили о власти. Потому что вот для меня, например, поведение правящей коалиции и особенно правящей демократической партии вот в связи с этой акцией, этим митингом или собранием, как хотите называйте, оно для меня осталось, мягко говоря, загадкой, потому что вы смотрите, что умудрилась правящая партия за все это время, когда высказались все. Вот ваша же партия тоже высказывалась, господин Цар, да, до того вы сказали, поддержите. А что делают демократы? Демократы не говорят ни слова. Они не говорят «мы за», они не говорят «мы против». Это интересная позиция. Господин Шаповалов, как вы думаете, почему? Это позиция демократической партии, насколько я вот помню историю демократической партии, они всегда по каким-то сложным рубежным вопросам, они стараются свою позицию не широко как-то не провозглашать. Вот. Вроде бы мы и за, и вроде бы и нет. Если куда история повернется, значит мы скажем «да», «нет», «мы думали по-другому». Если повернется в другую сторону, так мы тоже за это выступали. То есть вы говорите, что у них нет позиции? Нет, у них позиция есть, конечно же, и эта позиция открытая. Канду сам сказал, что ему все равно быть председателем парламента какого, молдавского, румынского, он согласен быть румынским сенатором и так далее. Это позиция руководителя нашей законодательной власти. Там очень многие лидеры демократической партии по этому вопросу высказывались. И опять-таки, вот смотрите, мы сегодня вот затронули этот вопрос, есть идеология, есть практические действия. Практические действия власти демократической партии были ярко видны в субботу, когда всю площадь убирали от снега, чистили для антигосударственного митинга территорию. Да, наша вот там исполняющая обязанности примара, она очень сильно старалась, чтобы это мероприятие состоялось. Это позиция власти. Мы можем это рассматривать как позицию власти? Может, да, они просто чистили? Да, может, они просто именно эту площадь чистили, весь город, вот, не эту, образно говоря, ну, центральную, да. И именно накануне этого мероприятия. То есть можно по-разному. Вот сегодня я тоже читал реакции на эти вопросы. Ну вот мне интересно, я понимаю, Борис Андреевич, но поймите, что это очень интересно. Почему люди вот так себя ведут? Господин Чуря, чего добивается демократическая партия, когда не говорит четко свою позицию и по этой акции, и по прямой? А потому что это скрытые унионисты. Нет, я вот с этим как раз я хотел сказать, что я соглашаюсь с господином Шаповалом, но я соглашаюсь с тем, что он сказал, когда говорил, что демократическая партия, будучи центристской партией, несмотря на то, что она ратует за
суверенитет, но она предпочитает по, как было сказано, рубежным таким критическим моментам вопросов идентичности не особенно выпячивать свою точку зрения, потому что это неминуемо приводит к конфликтам в обществе, а демократическая партия, как центристская, она пытается как-то уравновесить стороны, чтобы этих конфликтов не было. Вот с этой точки зрения, как центристская партия, мне кажется, и как партия власти, демпартия повела себя довольно ответственно, оно отказалось стать на чью-то сторону в данной ситуации, потому что все-таки... Я знаю, на какую сторону. Она должна была стать на сторону права и на сторону государства, на сторону народа. На сторону права. Вот еще раз вернусь. Нельзя наказывать 140 мэров и местных советов за то, что они вот подписали. Это чревато большими волнениями. Как наказать? Применить уголовный кодекс, который, кстати, не очень конкретно описывает эту ситуацию. То есть применить, наказать, это бросить их в тюрьму. Это же, вы понимаете, что к чему это приведет? Господин Чуря, сколько у нас коррупция? В том числе в местных органах власти. Откуда мне знать? Тихо, наверное. Нет, ну много. Вот господин Саб знает больше. Вот много, да? Не перекидывайте сейчас на господина Саб. Он узнает местную. Вопрос к вам. Это не мое. Не мое. Я согласен. Я вас защитила, господин Саб. Господин Чуря, скажите, пожалуйста, много коррупционеров у нас? Представьте, вот если все это вот в отношении, согласно вашей логике, в отношении всех тех, кто у нас... Да, вот не применять какие-то вещи. Унионизм — это... Идеология, как было сказано, угу. Это вера во что-то. За это нельзя наказывать. За коррупцию нельзя наказывать. Господин Чуря, а вот за вот эти высказывания, призывающие к ликвидации Молдовы как суверенного, независимого государства, которое делали румыны, в том числе господин Басеску, государство должно было вмешаться? Вы опять, во-первых, Басеску пользуется иммунитетом. Не, должно было вмешаться. Я думаю, что по отношению к Басеску государство не должно вмешиваться. То есть ему можно говорить, потому что он, все, что является он высокопоставленным чиновником, пользующимся иммунитетом, и по отношению к тогда нему нельзя вопрос, принимать никаких мер. А почему тогда принимаются меры по отношению к господину Рогозину? Да. Вот не нравится. Он тоже высокопоставленный чиновник. Тоже вроде высокопоставленный, а мы что говорим? А мы говорим персона нон грата? Нет? Ну, с моей точки зрения, господин Рогозин намного больше оскорбил нас, принимая во внимание, и то, что он пишет про Молдову, то, что, как он действовал раньше. А он как частное лицо не может рассказывать свое? Может, но он не частное лицо. Нет, Тимошевского. Нет, я всегда считала, что титул, звание, должность, это никогда не является каким-то основанием для того, чтобы люди уходили от ответственности. Мне сейчас говорят, ты не права. Виктор Федорович. Значит, в 90-м году, когда объединились две Германии, части политического класса бывшей ГДР, значит, были осуждены, значит, в тюрьмах по 2-3 года. Спрашивается, почему? Да потому что они посмели не с оружием в руках, а просто высказаться, значит, в защиту Германской Демократической Республики. Чаушеску вообще повесили? Вы поняли? Нет. Вы поняли? Значит, они сидели в тюрьме конкретно, потому что защищали государство. В данном случае вы предлагаете вариант, когда горстка унионистов 10%, 15% и так далее, чтобы они уже другую часть народа, значит, направили в тюрьму. Закон нужно применить. Сегодня закон на стороне этого государства. Так нету, есть конституция. Статьи нету. Почему тогда господин Дадон призывал изменить? Как может статья быть, если нынешний парламент, и значит, ведущая правильно спросила, если нынешняя власть совсем не отреагировала вообще на антигосударственные попытки вообще, значит, унионистов? А вы, Чересов, скажите, как нужно было реагировать? Разрешите. Хотя бы высказать позицию. В тюрьму на 2-3 года. Разрешите. Ну, Корнел, ну хотя бы высказать позицию. А я скажу, на этот вопрос, секунду. На этот вопрос, вам понравится, я прошу вас. На этот вопрос ответил господин Дьяк. Я вам помогу. Вы помните, он что сказал? Он сказал, нужно взять господина Басеску и выслать. А? Да? Вот смотрите, то есть часть демократов сама отвечает на этот вопрос. Но проблема в том, что его-то никто не слушает. Да, что мы делаем, когда у нас нет законодательства хорошего? Да? Мы смотрим на другие страны и применяем. То есть, вы знаете, европейские стандарты, соседних стран и так далее. Возьмем Румынию. Есть такое законодательство? Есть. Очень жесткое. Возьмем Украину. Есть? Есть. Венгрия? Есть? Есть. Болгария? Есть. И везде есть. Франция. Вот посмотрите, Испания как сейчас поступает.
Хотя там законодательство очень... Ну, мы не будем говорить, что румыны за венгерский флаг. Давайте мы... Что, граждане России нам тоже, когда они делают такие выступления, давайте мы с вами поедем в следующее воскресенье в Ясы и устроим посреди Ясы митинг помощи. Я туда не собираюсь. Он боится. Нет, я даже... А что мне там делать? Мы до дизеля назад не дойдем. Нас арестуют цигуранцы. За антигосударственную деятельность. Что и было... Сейчас. Давайте дадим слово господину Цапу. Значит, с нами вы пойдете. Но я вопрос... Вы договорились, вы выйдете из эфира и пойдете, куда вы решите, вдвоем, да? Я хочу спросить вас о другом. Вот тут сейчас мы говорим, как это в других странах. А я хочу напомнить, как поступают с венграми в Румынии. Да? Как мы знаем, как поступили, а когда повесили венгерский флаг. Мы знаем за цитату... премьер-министра, да, который сказал, что мы будем вешать рядом с этим флагом. Это цитата была. Это пусть за нее... официально? Спасибо, господин Шпал. Да. Пусть за нее он, конечно, расплатился, да? Но это настроение элиты. И это говорит об уважении Румынии к своим собственным символам. А у нас румынские флаги по всей площади... И это нормально. Господин Цапов. Все-таки я хотел бы внести некоторые уточнения. Я не слышал, я будучи на площади, я не слышал призывов свергнуть, ликвидировать государство. Поэтому мы должны быть... президента. Значит, надо убрать президента и дать все полномочия парламенту. Господин Степанюк, я вас прошу убедительно. Давайте будем спорить все-таки интеллигентно. Конечно. Разрешите мне высказать точку зрения. Я выслушал всех вас. Можно, господин депутат? Сперва я выскажусь, а потом вы отреагируете. Вы даже не успели меня выслушать, а вы уже реагируете. Пожалуйста, господин Цап. Это во-первых. Не было призывов. Поэтому я уже в первой части объяснял, надо брать во внимание или в целом, что Конституция, пересмотр Конституции, 142 статья предусматривает конкретный механизм действия. То есть унионизм как идеология имеет право на существование, и чтобы их сторонники данной идеологии старались убедить как можно больше людей, лишь бы они не применяли насильственных мер, чтобы они были в рамках. Потому что если более 50% населения станут унионистами, они вполне могут принять решение. Потому что вот смотрите, есть, да, понимаю. Конституция предоставляет. И извините, вторая статья, то, что вы сказали, народ, попору если суверен. Поэтому народ имеет право принять такое решение. Давайте четко говорить, чтобы мы, извините, не отводили. Четко. Или... И еще одно уточнение. К сожалению, местные власти и раньше были. Был пример Гагаузии. Они даже провели референдумы. Они их не наказали. Поэтому не наказывать, конечно, извините. Уголовные дела возбуждали. Уголовные дела возбуждали. С декларациями выступали, осуждали многие. Возможно, но... Теперь что они говорили о том, что они отсоединяются от Молдовы? Там был референдум, там были конкретные действия. Давайте не будем путать. Это разные вещи. Развитие. Мы хотим вещи. Торговать с Россией, там других вещей. Нет, там было два референдума. Разрешите, я тоже скажу. И я все-таки только хочу завершить мысль. Власть должна объединять людей. Да. И власть должна воспитывать людей, чтобы они действовали в рамках закона. Да. Вот роль власти. Совершенно точно. Значит, на площади вчера ни о каком референдуме не говорилось. И требования постоянные были. Потребовать от парламента Румынии, от парламента Республики принять Молдова, решение. Значит, принять решение об объединении. О каком референдуме вы говорите? Приняли к сведению. О каком суверенитете? Я другому сказал, но в данном случае обращение к парламенту, нет, так, это не есть нарушение. Господин, подождите, у нас есть печальный опыт 27 марта 1918 года, когда с фатум цери вообще никем не избранный орган, образно говоря, принял решение об объединении с Румынией. А сегодня... Нет, под дулами вообще румынского оружия. А теперь почему это не может произойти совсем у нас тихо, спокойно? Потому что... Давайте... Так точно такая же ситуация. Я вас хочу вернуть. И наш конституционный суд скажет, все правильно, если нормально, мы так думаем. Люди будут убеждены... Если люди почувствуют разницу, если вы правильно сказали, потому что наша власть независима сегодня, независимо, когда вы так были референдумом власти, все-таки нет, или продажным парламентом. Вы сейчас немножко в идеологию. Я вас уважаю как Нет, я спрашиваю. Вы долго говорите, медиа-академик.
Но давайте будем все-таки корректно. Вы завели речь о том, что говорили вчера, я, во-первых, сказала, что меня смутило, даже я не буду сейчас в ваши идеологические споры, вот эта программа может часов 8 длиться, если мы будем об этом говорить. Я призываю взглянуть на то, что было, да, а что у нас было? Я увидела портрет Антонеску. У меня есть вопросы. И у меня есть вопросы к одному из выступающих, который назвал всех антиунионистов фашистами. Это комбатант, по-моему. Понимаете? Да. Вот этот момент, например, вот меня, я антиунионист. Господин, вы унионист, господин Чуря? Я не унионист. Значит, вы фашист, и я фашистка. Вот вы еще фашистка. С точки зрения того, человека, понимаете? Вот это не нарушение, по-вашему? Вы говорите, никто ни к чему не призывал. Я думаю, что там было намного больше ерунды, чем то, что мы... Вы понимаете как? Почему то, что мы вот называем ерундой, то, что вот важное для кого-то вещи? Понимаете? Если мы не можем вот сейчас вот взять и конкретно этому человеку сказать, это не значит, что это не важно. Нет, но мы выслушали, я прошу прощения, мы выслушали то, что они там сказали. Вопрос принципиальный, как реагировать на это. Одна реакция – это наказывать самым жестким, более мягким образом, но наказывать и засаживать в тюрьму. Другой метод – это находить какие-то профилактические, разрешать, но ограничивать и так далее. Третий – это просто разрешить. И в конце концов, нужно судить и по результатам. В чем этот митинг, скажем так, привел к разрушительным результатам для нашей... Замечательный вопрос. Да? Вот, я очень рад. Замечательный. Вот смотрите, я вот все время думаю, у нас говорят, что у нас ничего партии не делают накануне выборов, просто так. У нас партии всегда делают что-то с прицелом, да? Вот, да? Значит, для того, чтобы своих сторонников. Господин Цап, скажите, пожалуйста, как вы полагаете, участие вашей партии конкретно... Вот, слишком много говорить сегодня уже. Нет, я сейчас дам... Оно привело к увеличению ваших избирателей? Конечно. Господин Степанюк, вы про вашу партию скажете отдельно. Уточнение. Ага. Эту акцию начали представители либерально-демократической партии. Не партия. Не было такого решения принято. Примары не спрашивали нас. Они спрашивали своих избирателей. Цап, есть решение вашего политического совета, что вы поддерживаете и будете... Скажите, вам это Людмила, добавит очков? Я сказала о другом. Что начали. Мы участвовали, потому что есть наши избиратели. Не важно, почему вы участвовали. Вам это добавит политических очков? Нет. Не в этом дело. Не, ну почему же не в этом? Господин Чурин, у нас партии есть... за это не борются, за избирателей? Вот, я не думаю, что либерал-демократ от этого очень много выиграет. Вот мне поэтому интересно. То есть вы считаете, что нет? Людмила, я отвечу просто. У нас есть значительная часть унионистов. В данном случае мы, как представители партии, пошли навстречу тем нашим сторонникам, которые восприняли, поддержали. Хорошо. Поэтому... Они нас точно поддержат, потому что здесь мы были с ними вместе. Но это больше нормально. Сторонников у вас станет? Мы не ставили, ставили такую цель себе, не об этом речь. Вот когда мне политики говорят, что они не рассчитывают на то, чтобы количество избирателей увеличилось, после каждой акции, слушайте, у нас пол подметают молодое крыло какой-нибудь партии, и политики твердо уверены, что это для нашей даст партии им политических сегодня... очков. Не так, Людмила, разве? Для нас, так. Для нашей партии сегодня задача стоит немножко иначе. Поэтому давайте посмотрим реально. Хорошо, Виктор Федорович. Значит, мы начали очень хорошо, мне кажется, обсуждать вообще феномены унионизма и так далее. Когда его используют политики, а в данном случае, безусловно, его используют политики, давайте скажем ясно, что власть нынешняя не реагирует, центристская наша власть не реагирует. Почему? Потому что с точки зрения политической электоральной это им выгодно. Они пытаются из унионистов и из всех государственников сделать каких-то там периферийных политиков. Значит, они какие-то там экстремисты, посмотрите, они устраивают передачи, устраивают, значит, скандалы, друг против друга ругаются и так далее, и так далее. Я же предлагаю, чтобы мы этот вопрос обсудили с точки зрения общества, с точки зрения национальных интересов, с точки зрения политической элиты. Что делать, в конце концов, с этим феноменом? Как говорит господин Чуря, значит, или сажать всех в тюрьму. Никто не предлагал господин Чуря сажать всех в тюрьму. Так вытекал. Никто не говорит, но так уголовный кодекс применять. Нет, я сказал господин конкретно считает, насчет... Господин Чуря считает, весьма вероятно. Насчет, я с этими людьми встречаюсь каждый день, да. Значит, с этими людьми встречаюсь, я общаюсь с ними, я многих знаю. Многие в этих играх не участвуют, потому что здесь политика. Они прекрасно понимают, что на этом этапе никакого обвинения не может быть. И так далее. Они не хотят столкнуть общество, как в 92-м году.
А неумные молодые люди, да, и некоторые, значит, плавающие депутаты с Румынии, которым кажется, что уже Бессарабия, Гата, Сунешти, Мыни, Сунешти. И партии, которые теряют сейчас рейтинг и пытаются, значит, быть на плаву, они играют эту карту. Поэтому не случайно центристская партия, значит, демократическая, она в этих играх не участвует, потому что она хочет получить центр. Вот центр, избирательный центр она получает. Самое опасное, если государственники здесь окажутся на периферии. И я каждый раз говорю, не надо очень сильно обращать внимание на последствия. Последствия мы уже видим. Надо говорить о причинах. Вы попытались, господин Чуряк, говорить сегодня о причинах. В чем причина роста унионизма? И здесь есть проблемы, уважаемые друзья. Потому что речь не только об этом примаре, который поставил там печать. А конкретно в селах появляется огромное недовольство властью в Кишиневе. Они говорят, люди простые, молдаване говорят, да но и ну авем гувернари. Но и ну авем ниш парламент, но и ну авем гувернари, но и ну авем стопынен царазна. Кто? Те, что украли миллиарды, те, что не способны вообще создавать рабочие места и вообще восстанавливать экономику. Поэтому мы ищем, а снежуть Америка, а снежуть Румыния. Все-таки нужно признать, что экономический рост Румынии по сравнению с Молдовой, благодаря тому, что она в Евросоюзе, намного выше. Естественно, люди здесь, они на это обращают внимание. Мне неудобно потому, что говорить, здесь нету хозяина. Сколько у них выросли цены в этом году на газ, выше, на электроэнергию. Выше, да. Пламенный голодец, тот пляка. Господин Шапова, вот вам такой вопрос. Смотрите, на самом деле ведь вопрос о том, поддерживает ли общество, да, вот поддерживают ли люди, это очень важный вопрос. Так вот какая у нас картина складывается? Когда проводят опросы, в том числе люди, которые, мягко говоря, ну, их сложно причислить, да, к стану унионистов, мы понимаем, что этих людей не так много. По последним 20%, да, как-то вот так. 22. Но у нас же есть политическая элита. И вот смотрите, как интересно. У нас в парламенте по некоторым данным 60, абсолютно точно, граждане какой страны? Румыния. Конечно. И эти люди задают, вот в чем дело, понимаете? И эти люди задают повестку. Потому что не в каждом селе есть огромный интерес. Это вопрос был к господину Шаповалу. Есть огромный интерес к самому этому. Господин Шаповал, что считаете? Вы знаете, я вот что хочу сказать по этому моменту. Я думаю, что это ненормальная ситуация, когда у нас наши депутаты, когда члены Конституционного суда, члены правительства являются гражданами другого государства. Мне абсолютно все равно. Российского, румынского, болгарского, украинского, без разницы, этого быть не может. Если ты на государственной службе, ты даешь присягу этому государству, ты должен быть гражданином, патриотом этой страны. А если у тебя в кармане двойной паспорт, если у тебя в мыслях завтра сбежать, если у тебя в мыслях проводить политику другого государства, потому что ты и тому клялся, да, то есть как тебе можно верить? Я считаю, что с моральной, с этической, нравственной точки зрения такие люди не могут быть в правительстве. И я не знаю любой другой страны, где бы люди с двойным гражданством занимали пост премьер-министра, где бы люди занимали пост председателя парламента, где бы люди принимали законы. Да? Нет, это нонсенс, это невозможно. Спасибо. Вы хотели что сказать? Нет, кандидаты на парламентских выборах. Значит, нужно потребовать, чтобы рядом со всеми справками, чтобы еще была справка о двойном гражданстве. Чтобы гражданин, когда я иду на выборы, чтобы я знал хорошо, что у господина, значит, все-таки одно гражданство, молдавское, нормальный патриот и так далее. А у всех остальных по три, по пять. Не, ну нельзя делить общество на две категории, на патриотов и не патриотов. А почему во всем мире это делается? Нет, подождите. А почему? Что? У нас нет каких-то условий. Когда мы избираем президента, нужно иметь 40 лет. Да. Когда, значит, в какой-то стране, в Японии до недавнего времени, нельзя было избраться парламентом, если тебе нет 40 лет. Значит, везде есть какие-то условия. В условиях, когда наша государственность, в принципе, захвачена сверху, в том числе мы говорим конкретными унионистами, да, или людьми, которые мечтают об этом, они видят, что общество сегодня не готово. Но вот мы еще надавим, еще разрушим еще 5 лет это государство, потом станет возможно. Потому что они сами разрушают сверху. С непатриотизмом, с отсутствием патриотизма, например, вот так как недавно ввели против предателей. То есть не обязательно запрещать двойное гражданство. Есть другие действия. Нет, речь нет, не у меня идет, пожалуйста. Имейте двойное гражданство, но не претендуйте на управленческую роль в этом государстве. Секунду, меня всегда заботил один вопрос. Вот у нас был президентом господин Тимофти. И я, когда он был президентом, он являлся и сейчас является гражданином Румынии. Я себе
тебя спросила, есть ли вот еще в мире какой-то президент, да, который он являлся бы главой государства и гражданином другой страны? Ну, это я надо поискать. Нет, я искала. Нет, ну вы представьте себе любую европейскую страну, там выходит политик, президент и говорит, я вот гражданин Франции, но буду управлять Германией. Вы можете себе такую ситуацию? Что я могу сказать? У меня одно гражданство. Не, ну это у меня тоже. Это была цель узнать, сколько у вас гражданств, господин Чуря. Мы выяснили что-то. У нас, во всяком случае, с вами по одному гражданству. Я надеюсь, что у Людмилы то же самое, и Шаповала то же самое. Да, одно гражданство. Вот, четыре. Одно уточнение. Но, пожалуйста. Я хотел бы напомнить, что сегодня более 30% граждан Республики Молдова, более 30% имеет гражданство Румынии, и еще значительное количество документов представлено для утверждения. Да, да. То есть количество растет и растет очень быстро. Да. Причины мы можем обсудить. Да. Но не все из них должны становиться президентами, минутку, депутатами. Я не об этом. Я понимаю, к началу вашего вопроса. Да, да. Если это количество будет расти, если люди... Конечно, это, во-первых, экономическая сторона. То есть мы можем их убеждать, запрещать мы не можем. Но если будет такая тенденция, и будет, скажем, тогда в Румынии придут миллиона, и скажут, вы знаете, сколько уже в Молдове граждан Румынии, зачем? Не в этом дело. Если будет более миллиона, вот политическая партия, которая сможет убедить эту сторону, потому что я категорически против, чтобы... политические партии использовали для своих интересов. Если решать вопросы, ваш дом и семья развивается, потому что вы ходите на работу, зарабатываете и защищаете этот дом. Эту страну надо защищать. Господин Степанюк, я вас прошу. Что вы меня просите? Я же вижу ваше поведение и ваш ход мыслей. Господин Степанюк, я знаю, что вы унионист, я вас понимаю. Но у меня одно гражданство, если уж так, чтобы вы были успокоены. Нет, вопрос был в плане того, был унионист или нет. Вы об этом говорили в передаче. Значит, надо понимать. Я отвечу на вопрос. Да, если идет речь об идеале, если идет речь в целом о перспективе, исходя из наших исторических корней. Но то есть надо в этом направлении двигаться. Унионисты это делают. Думаю, Степанин, обед вам пикер дали. Но здесь... нужно использовать конституционные методы. Я поняла. Во-первых, с моей точки зрения, должна произойти экономическая интеграция. Люди должны почувствовать разницу. И вот видите, политическая, у нас говорят только российская у нас они пропаганда. На каждом это шагу. Моя точка зрения. Вы эту экономику разрушаете, они чувствуют на каждом шагу. И действительно, настроения, они эти появляются, потому что вы не способны строить государство, экономику. И, конечно, они будут ориентироваться или на соседей, на Турцию, на Румынию. Господин Степанюк, я 10 лет был примаром города. Я знаю... политическую и экономическую политику партии, в которой вы входили тогда. Я сейчас предоставлю. Народ знает, как мы работали. Сейчас слово господину Шаповалову. Народ знает, как я работал примаром города. Город Флореш, ты был первым по республике. Я не помню. А 2003 год, не помните, когда первый раз Совет Европы пришел? Давайте послушаем мой вопрос. С удовольствием. Господин Цап, вы сегодня говорите больше всех, чуть-чуть больше. Давайте, господин Шаповалов, вопрос. У меня даже вода закончилась. Я бы попросила, чтобы вам сейчас дарили, если успею. Я вас сейчас перебиваю, потому что у меня вопрос. Господин Шаповалов, вот в этом во всем. Мы сейчас говорили чудненько, как себя в этой ситуации ведет молдавское общество, молдавские политики, молдавские партии. Да. А вот давайте теперь поговорим о роли Румынии во всем этом. Ну. Вот мне интересно, какой интерес? А, так ты здесь все очень просто. Пожалуйста, подождите. Вот какой интерес в том, чтобы события развивались так, как они у нас? Я понял. Румыния – это первое государство, которое признало независимость Республики Молдова. Это бесспорно. Но это государство не подписало базовый договор с Республикой Молдова, хотя и базовый договор о границе. Это два разных документа. Не подписало принципиально
официально. Хотя при вступлении в Европейский Союз, несмотря на то, что у Румынии были трения и с болгарами, и с венграми, Европейский Союз настоял на том, чтобы Румыния заключила эти договора с ними. Но почему-то Европейский Союз промолчал по Республике Молдова. Нет, поэтому мы сами промолчали. Здесь ошибка Республики Молдова. Господина президента Воронина, мы ему говорили, и мы настаивали. Это глупость он сделал. Потом он сделал еще одну глупость, что касается двойного гражданства. Вы видите, где корни наши. Вот, а потом господин Цап ходит с умным видом и показывает, что делает Румыния. Румыния конкретно работает сегодня против Республики Молдова. И значит, сегодня Румыния официально поддерживает эти партии, которые проводят унионистскую политику. Сегодня Румыния официально финансирует через Министерство иностранных дел и Департамент по работе с румынами отовсюду. Подождите, средства информации конкретно, газеты. Это же не секрет, пожалуйста, они сами пишут. Финансируются из каких-то средств и все остальное. Это нормальная ситуация. Потом около 100 неправительственных организаций, которые финансируют Румынию из государственного бюджета. И мы это называем гражданским обществом. Чьим гражданским обществом? Гражданским обществом Республики Молдова или гражданским обществом Румынии? Это тоже гражданское общество. Да, подождите-ка, какое это гражданское общество на чужие деньги? Это подрывные организации, которые разрушают нашу страну. Дайте хоть один пример. Дайте хоть один пример. Да, подождите. Финансирование официально Румынии, которое подрывает. Теперь следующее. Ну, зайдите на сайт Министерства иностранных дел. Я сам участвовал в них. Ничего там особенного нет. Меня волнует другой вопрос. Писали исследования, организовывали какие-то мероприятия. Пишут исследования, а теперь смотрите. Причем ничего там про Унири нет. Одну минуточку, Корнел. А кто был организатором вчерашней акции? Значит, унионистская платформа «Униония 2012» Джорджо Симеон, которая создана правительством Румынии. Да, но национального единства Ион Лешенко, ассоциация Унири Адиб, Влад Белецкий и гражданское движение Тинер Молдовии Анатолий. Теперь нужно показать, кто их финансирует. Я же не знаю. Я тоже не говорю, что официально их никто не финансирует. Подождите, что официально никто не финансирует? Вы же понимаете, что эти организационные действия, значит, стоят очень больших денег. Они ходят с 2012 года. Вот посмотрите, 6 лет. Они ходят по селам республики и так далее. Вы попробуйте поехать в какой-то район. Да. Вам же нужно 300 лей туда и 300 лей поставить обратно. Палатку, один человек. Подписи и так далее. А когда туда направляется целый автобус из 20-25, это стоит больших денег. Спрашивается, или финансирует наше государство, и финансирует политические партии, какие-то унионисты, или финансирует зарубежные. Я не знаю, кто их финансирует, но Вы сказали, господин Шмаков, официально еще один аргумент. Этого нету. Еще один аргумент. Никто еще не показал, что официально. Ну как же бюджет поддерживает конкретные средства информации? А в бюджете не департамент по поддержке румын, который финансирует через этот департамент. Но у нас департамент... Хорошо. Я хочу как раз добавить здесь еще один аргумент. Хочу предоставить им еще слово. Еще один аргумент, Людмила. В прошлом году... Значит, парламент Румынии принял по этому празднованию специальный закон. Создала специальный департамент, который называется Чентинар. Потом этот департамент... Подождите. Потом этот департамент был объединен с Министерством культуры и так далее. И там идут огромное количество проектов. Вы правы. Но проекты даются же не мне, государственнику, и не вам. Вы поняли, да? Даются этим организациям, значит, для того, чтобы, значит, проводить... Униря для них это праздник. То есть нельзя отвергать, что для Румынии это большой праздник. Вы политолог. То есть они на это дают деньги. Политолог. То есть румынское государство официально работает на разложение наших граждан и на воссоздание великой Унири. В первую очередь празднуют для того, чтобы нас праздник уничтожить. И мы не защищаемся. Ни депутаты, ни парламент, ни министры. Почему вы не принимаете во внимание, что Румыния может поддерживать вот эти мероприятия, потому что они не хотят, чтобы вот эту Унирию оценивали не агрессивно, что это было что-то враждебное, а это было какой-то политически положительный, неположительный. Но это Румыния хочет, чтобы к этому относились положительно. И вот Румыния хочет, в данной ситуации они поддерживают ирредентизм, конкретный ирредентизм. То есть они поддерживают, значит, разрушение молдавского государства. И говорю первый аргумент вам. Значит, они это финансируют. Потом, эту идею ревизионизма
Даже президент остановил закон. Мы с Румынией подождите, друзья и вернул союзники. Обратно закон. Почему? Потому что в законе начать. Было написано о войне, которую вела румынская армия в 1918 году, в 1919 против Бессарабии и против, значит, Ардеала. Единственный президент, который среагировал, это президент Венгрии, который сказал: слушайте, вы там занимаетесь ревизионизмом. И вообще, если мы будем ревизировать границы в Европе, мы далеко пойдем. Это единственный президент, который сказал. Нам, Республике Молдова, тоже надо было реагировать на уровне парламента, на уровне президента, на уровне правительства, на уровне Министерства иностранных дел. Я так понимаю, Виктор граждане Румынии не будут ссориться с Румынией. Из-за этого ссорится с Румынией. Почему ссорится? Давайте тогда поджигать наш дом, давайте лучше. Да. Я вам хочу по минуте, господин Цап, сейчас у нас уже 3 минуты остается, даже не знаю, как я по минуте сейчас вот для вас выпрошу, но тем не менее, я хочу, чтобы вы ответили на последний вопрос. На мой взгляд, он очень важный. Вот мы говорили сегодня очень много об унионизме, да? Скажите, пожалуйста, вот сами идеи унионизма и то, как они, главное, воплощаются у нас сегодня, это сплачивает молдавское общество? Господин Цап, минута, не дам больше, пожалуйста. Роль правления сплачивать общество, но нельзя запрещать любую идеологию. Нужно бороться с коррупцией, нужно развивать страну. Конкретно по унионизму. Минутку. Да. И нужно убеждать людей. Если какая-то политическая партия сможет убедить другом законными методами, это нормально. Главное, чтобы люди почувствовали, что для них делается, чтобы им было выгодно. Я не очень поняла, но это ваше право. Господин Чуря, идеи унионизма и их воплощение в Молдове сплачивают молдавское общество? Нету монолитных обществ. Все общества мозаичные. Унионизм является частью нашего общества. Пока он миноритарен, молдавское государство живет и будет жить. Если он станет мажоритарным, молдавское государство не станет. Это очень благодарю просто. Вас, господин Штаров. Я считаю, что унионизм и сепаратизм – две стороны одной медали. И одно, и второе разрушает территориальную целостность нашего государства и работают на его уничтожение. Поэтому унионизм должен быть категорически запрещен в уголовном порядке, точно так же, как и сепаратизм. Точка. Спасибо. Виктор Федорович. Значит, унионизма не надо бояться, он существует давно. Надо бояться его роста, надо бояться властей, которые вместо того, чтобы работали на государство, значит, сами работают на унионизм, то есть на разрушение государства. Унионизм есть последствия неэффективной власти, неэффективных, значит, экономических программ, и вообще, значит, это слабость, доказывает слабость нашего государства. Потому что я с господином Чурой, значит, согласен. Они сегодня миноритарии, значит, но с ними надо бороться, но не только идеологически и пропагандистски, как мы очень часто делаем в передаче. А конкретно нужно спросить властей, чем они занимаются, если наша власть, наш народ уже не доверяет молдавским элитам. Понимаю, все. К сожалению, Виктор Федорович, время совсем нет. Мне остается констатировать, что наш разговор получился ярким, острым. Но мне кажется, что такие темы надо непременно поднимать, потому что они волнуют людей. Согласны? О причинах надо говорить. Надо о многом говорить. Виктор Федорович, я столько вопросов не задала, покажу вам потом. Мы еще не поговорили, кстати, о том, что наша парламентская делегация и правительственная отправляется. Очень жаль, но времени совсем нет, правда. Но мне тоже показалось это интересным. Да, я благодарю вас за участие вот, в первой части программы под названием «Политика». Я напоминаю, что сегодня в 20:40 на нашем телеканале выйдет третья часть фильма «История Молдовы». Это «Полюс», и мы с вами на одной стороне. Спасибо.